На самом деле, вы знаете, друзья, мое сердце сейчас просто горит, и спасибо Фёдор тоже, очень назидательное слово, и тоже Майкл, и эта тема связана, то есть преображение в церкви, ученичество, это очень связано с семьей. И если вы помните вот о том, что Майкл сказал вчера, он сказал, здесь два шага, да? Первый шаг – ученичество, кто помнит? Ну, молитва – это хорошо, но он это не сказал. Кто помнит? Первый шаг – иди, посмотри, да? Иисус позвал, сказал, иди, посмотри. Смотри на то, как он живет, на его жизнь. Достойная жизнь. И потом он сказал, вот как следующий шаг, это приди, а я посмотрю в твоей жизни, что есть, где надо изменения в твоей жизни. Когда мы говорим о семье, вы знаете, семья – это самая лучшая почва для ученичества. Согласны? Почему? Потому что они уже пришли. Они уже пришли к нам. То есть нам не надо сказать нашим детям, иди посмотри на меня, посмотри на то, как я живу. Они знают. Иногда, к сожалению, они знают. Я думаю, что почти никто знает тебя лучше, чем ваши дети. И, может быть, они тебя лучше знают, чем ты думаешь, что они тебя знают. Но они уже пришли. А следующий шаг. Я должен смотреть на их жизнь. А это, друзья, может быть чуть-чуть сложнее. Потому что это требует от нас что-то. Мы должны внимательно смотреть их жизнь и узнать не только о том, как они живут, но вот о том, как они думают и так далее, и так далее, и как они чувствуют. Поэтому я назвал этот проповедь, доклад «Самая большая ошибка в воспитании детей». Самая большая ошибка – это когда я просто хочу, чтобы мой ребенок вел себя хорошо. И верьте мне, я прекрасно вас понимаю. Потому что я тоже отец пятеро детей. Было очень много случаев, когда я просто хотел, чтобы они вели себя хорошо. Особенно, когда они говорят, я к ответу хочу, падает в истерике на пол, в магазине, все смотрят, кричат. И что делать? Хочу, чтобы они вели себя хорошо. Я помню однажды, я был на собрании, ну, слава Богу, что я не проповедовал это воскресенье, но был с моим младшим мальчиком. И он начал плохо себя вести, весьма плохо. И я говорил, ну, несколько раз говорил, нельзя. В конце концов я сказал, хорошо, мы идем домой, типа, похуй, получишь. И он не верил в меня, а я пошел. Ну, дома не так уж близко, надо было почти 30 минут идти по дороге, и он все время в истерике. Но я шел с ним. А я просто хотел, чтобы он вел себя хорошо, поэтому я прекрасно тебя понимаю, когда вы говорите, я именно это хочу. Но мы должны понять, что вот поведение наших детей – это всего лишь это результат нашего воспитания. И вот то, что мы вкладываем в их сердце на протяжении, может быть, несколько лет. Поэтому, да, я тоже хочу, чтобы мои дети хорошо вели себя. Но, друзья, это всего лишь результат.
Вы знаете, если вы только хотите, чтобы ваш ребенок хорошо вел себя, я могу дать тебе вот два инструмента. Это с одной стороны это ремень, а с другой стороны это конфеты. И все. Даже когда-то я помню, что моя жена, она была в банке. И она ждала там в очереди, там вот такие рировки, ну, чтобы делать очереди, да. И наш сын, он начал баловаться с этими рировками. Она сказала, ну, перестань. Он был непослушен. Ну, это было в Америке, случилось в Америке. То есть она говорила с ним на русском языке, потому что она не хотела, чтобы другие люди поняли, что она дисциплинирует ее сын. А перестань, он не перестал. И потом она говорит, если ты не перестанешь, я по попе тебе дашь там. И человек, который стоял за моей жене, он говорит, ну, американец, и она говорила по-русски. Он говорит, о, это что-то серьезно. Она думает, ну, она повернулась, а вы знаете русский язык, извините. Он говорит, нет. Она спрашивает, а как вы знали, что это серьезно? Он говорит, потому что когда вы это сказали, я не знаю, что вы сказали, но когда вы это сказали, ваш сын, вы знаете, что он сделал? Он сделал вот так. То есть, когда надо, ребенок, он хорошо знает, как вести себя. Когда надо защититься, он знает, что делать. Но это не решает проблема, которая есть в сердце ребенка. И на самом деле это неудобно и даже невозможно контролировать поведение наших детей. И вы знаете, когда мы начинаем обращать слишком много внимания только на их поведение, на то, что мы видим, на их внешнее поведение, можно так сказать, вы знаете, это плохо, и я думаю, что мы делаем вот следующие вещи. Во-первых, мы предполагаем, что если ребенок хорошо себя ведет, он хороший ребенок. Если он тихо, если он все делает правильно, он хороший ребенок. То есть, когда наши дети жалуются, когда они ссорятся, когда они шумные, когда они вот в другой комнате вот слышно, что они ссорятся, то есть что? Мы быстро реагируем, потому что мешает нас. И это плохо, это неприятно. Но когда они тихо, когда почти не слышно, мы чаще всего мы ничего не делаем. Потому что даже и нам хорошо. Я могу вам сказать, что мы живем в квартире 7 человек. И часто это очень шумно. Я признаюсь, что я сам очень быстро реагирую, когда они начинают шумить. И очень громко вести себя. Но, вы знаете, мы легко не замечаем опасные модели мышления и скрытые грехи, если мы не обращаем внимание на сердце ребенка. Вот именно то, что внутри его, как он думает, и так далее. И даже вот простой пример. Я знаю, я прекрасно знаю. Вечером я сижу дома, мои дети дома. И я могу даже не заметить, скажем, вот час-полтора часа уже прошло. И тихо. Вы знаете, о чем я думаю? Когда я замечу, что уже час-полтора часа уже прошло и тихо. А что дети наделали? Что они делают сейчас? Где они? Почему они тихо? Потому что это необычно. Обычно
Они тихо ведут себя, когда они не хотят, чтобы я замечал вот то, что они делают. Это обычно значит, что они делают вот то, что я сказал. Нельзя им. То есть очень важно заметить не только вот то, как они ведут себя, но как они думают внутри. И вы знаете, друзья, это трудно. Это нелегко. Ну да, может быть, это зависит от ребенка. У меня и девочки, и мальчики, и девочки больше говорят. А мальчики, ну так, да, да, нет, нет. Как школа? Ну хорошо, нормально. То есть это требует от нас работы. Но знаешь ли ты, как думает ваш ребенок? Это, друзья, очень важно. И вот третье, но когда мы думаем, что вот просто хорошо, если он хорошо ведет себя, знаете, наверное, это самое страшное. Мы учим своих детей становиться лицемерами. Мы учим наших детей становиться лицемерами. Друзья, это очень страшно. Когда мы сфокусируем слишком много внимания на внешнее поведение, они поймут. Если я вот так и делаю, тогда никто не будет мешать, никто не будет ничего не сказать мне, все будет хорошо, я могу потом там тихо делать вот то, что я хочу. И здесь, конечно, важно, это слова Иисуса, Матфея 23, 27, 28. Когда Иисус говорил о фарисеях, Он сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Но вот вопрос вам, как вы думаете, мама и папа фарисеев, они гордились своими детьми? Я думаю, да. Я думаю, наверное, да. То есть, представляете, то есть, вот фарисеи, если ваш ребенок стал фарисеем, это хорошо. Это значит, что он, ну, отлично, он самый лучший ребенок в воскресной школе. Он все стихи знал наизусть. Он всегда вовремя, даже, может быть, раньше всех он пришел на собрание. Посещал воскресную школу, участвовал в собрании. Рассказывал стихи, хорошо оделся. Я думаю, что ну, любой папа, любая мама говорит, ну это хорошо, вот именно вот если я видел вот ребенка другого родителя, я бы хотел, чтобы мой ребенок выглядел на его, как его. Я думаю, что они гордились, наверное, своими детьми. Ну, дети, которые стали фарисеями, саддукеями. Потому что вот то, что они видели, это было хорошо. Но что Иисус говорит? Внутри гадость. Самое важное, что внутри человека. И когда мы говорим о воспитании детей, вы знаете, наша задача, я верю, что моя задача, как отец, это направить сердце ребенка. Направить сердце своего ребенка. Это моя задача. Да, вечное, внешнее поведение – это важно. Я должен обратить внимание на это. Но я должен больше внимания обратить на их сердце. Как они думают, во что они верят, как они чувствуют и так далее. И вот здесь вот два стихи из притчи 22:6 и 15. «Настав юношу,
приначале пути его, он не уклонится от него, когда состарится. То есть наставь юношу на что? В начале пути, да, спасибо. На путь. То есть путь — это что? Это его жизнь. Это не просто его внешнее поведение. Путь — это куда он идет, в какую сторону он идет сейчас. Знаете ли вы, в какую сторону? Я не говорю просто, да, мои дети, они ходят в воскресную школу, так далее. Нет, в какую сторону они идут? Это намного больше, чем просто вот поведение, которое мы видим. И здесь тоже 22:15, глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удаляет ее от него. То есть глупость где? В сердце. И даже, вы понимаете, что я не против розги, да? Я иногда тоже использую, когда они маленькие обычно, да? Но я думаю, что, к сожалению, мы часто имеем очень ограниченное понимание, почему дать розгу. Чтобы вытащить глупость из сердца ребенка. Понимаете разницу? То есть не просто для того, чтобы он вел себя хорошо, но чтобы не было глупости именно в сердце ребенка. То есть сердце – это очень важно, если мы хотим правильно воспитывать наших детей. И здесь тоже вот три истины, которые мы должны понять для нас, для родителей. Во-первых, очень важно, чтобы мы поняли, мы должны понять наше собственное сердце. Это, друзья, очень важно. И мне было приятно, когда я слышал, что Майкл, он сам признался, что я иногда не все понимаю, я не все делаю правильно. И мы должны понять, как родители, что да, я спасен, но все равно я тоже иногда делаю то, что я не должен делать. Думаю не так, как я должен думать. Я тоже грешник. Мне тоже надо прощение. Иногда мне надо прощение от моих детей. Наши дети должны увидеть это в нас, когда мы понимаем, что вот Бог еще работает в моем сердце. И второй, мы также должны понять человеческую природу. То есть Бытие 6:5, я думаю, что вы знаете, это стих. Мы живем в павшем мире. И наши дети, вот, они родились как? Грешниками. Иногда я спрашиваю, как церковь растет? И люди отвечают, растет, когда люди каятся, да, приняли крещение, да. Растет, когда люди приходят от других церквей. Ну, да, ваша поместная церковь растет, но тело Христово как бы не растет, да? И растет, когда верующие родители рождают детей. Но разве это церковь растет, когда ребенок рождается? Нет, я не знаю, как вы, но мои дети, они... Вот я принял вот их, даже в мои руки, когда они родились. Вот первые руки, где они были, смотрел — грешник. Уже плачет, уже хочет что-то от меня. Грешник, точно. Все, надо работать на этого ребенка. Они грешники. Мы грешники. И мы должны понять человеческую природу, что вот требует работу. И вот третье здесь. Мы должны смотреть на воспитание детей как евангелизм и ученичество. То есть, если они родились грешниками, тогда наша задача – это благовествовать им.
И у вас очень прекрасная возможность. Кто больше проведет время с вашими детьми, чем вы, чем мама и папа. Очень прекрасная возможность благовествовать и учить их ученичество. То есть я думаю, что вот все, что Майкл говорил, и еще что он будет говорить, вы знаете, мы можем принять это в семье. Вот даже вот так, как я сказал, вот первый и второй шаг ученичества, иди посмотри. И сейчас я посмотрю вот то, что есть в твоем сердце. Вот мы должны так и делать с нашими детьми. Иногда мы просто думаем, но если они кушают, все хорошо. Если они одеты, все хорошо. Если они ходят в школу, тогда все хорошо. Если даже ходят на воскресную школу, тогда вообще хорошо. Но мы должны намного больше делать. У нас ответственность передать им Евангелие. У нас ответственность учить их. И хочу сейчас, чтобы вы открыли Библию, Второе Законие, 6 глава. Потому что я думаю, что Моисей, вы знаете, он был таким человеком, наверное, он был самым опытным отцом. У него было несколько миллионов детей. Воспитывал их на протяжении 40 лет в пустыне. И они как вели себя? Наверное, как ваши дети иногда ведут себя, да? Жаливаясь, все не так, все не то, дай нам это, дай нам лук, дай нам мясо, где вода, я хочу пить, что уже надо спать, не хочу спать. 40 лет, несколько миллион детей. Очень опытный отец. Даже написано в числах, что Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Знаете, это слово на самом деле более имеет значение мученный человек. Да, действительно так. Но Второе Законие, вы знаете, это последняя книга Моисея. Он писал это в последнем году его жизни. Это повторение закон. То есть в Исходе закон есть, 10 заповедей есть, и Второе Законие. Тоже 10 заповедей, в 5 главе, вот повторение 10 заповедей. Но здесь есть немножко другой уклон. Моисей говорит нам о сердце. Вот интересно, вот 5 книг Моисея, да? Бытие, Исход, Левит, числа, Второе Законие. В Бытие он использует слово сердце 3 раза. В Исходе 1 раз, в Левит 3 раза, в числах 1 раз, а в Бытие 43 раза. Слово, сердце. Второе законие. 43 раза. И мы понимаем, и Моисей, наверное, он понял, что вот эти люди, эти дети, они сейчас переходят в обетованную землю. Что там будет, я не смогу контролировать их. Я умру. И он хотел дать им вот самое-самое важное, поэтому он сфокусировал его внимание на их сердце, не только на поведение. И что он здесь нам говорит? Второе Законие 6:4-6. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будет слова си, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоим. В сердце. Друзья, это наставление для родителей. Слово должно быть в сердце. И здесь мы понимаем, что вот родительское сердце.
Перед тем, как мы можем говорить о детей, мы должны говорить о родителей. Родительское сердце должно быть внимательным к природе Бога. Вот здесь, вот первый стих, слушай, Израиль. Господь, Бог ваш, единость. Он говорит о природе Бога. Он един, нет другого Бога. Не поклонитесь другому Богу, только нашему Богу. Он настоящий Бог. Вы знаете, если вы хотите знать, какие у тебя кумиры, кому спрашивать? Ваших детей. Они точно скажут тебе. Я знаю, они мне сказали. Я не хочу вам сказать, но они мне сказали. Ну попробуйте. Идите домой. Спрашивайте, дети, как вы думаете, у меня есть какие-то идолы в моей жизни? Ну да, папа, я заметил, что ты очень любишь твою машину, или передачу, или компьютер, или я не знаю. Но они скажут, потому что они видят наше сердце. И это может быть и хорошо, и плохо. И, конечно, родительское сердце должно активно любить Бога. Куда тянет твое сердце? Что вы любите? Вы знаете, видят ли это ваши дети? Понимают ли это ваши дети? Видят ли ваши дети, что действительно вы любите Бога? И как они это видят в вашей жизни? Они должны не только видеть, и чувствовать, и слышать, что вы любите Бога. И третье здесь. Родительское сердце должно быть насыщенным Божьим Словом. Вы знаете, это не говорит, что мы должны знать наизусть очень много стихов. Это значит, что когда мы откроем рот, выходит Слово Божие. Это значит, что когда мы думаем, это под влияние Словом. Это значит, что когда наши дети плохо ведут себя, и мы по попе дадим, выходит тоже Слово. Они должны видеть, что наше сердце насыщенным Словом Божьим. То есть, если мы хотим направить сердце наших детей, сначала важно, чтобы наше сердце было в правильном месте. И потом, как работать с сердцем ребенка? Вторая часть этого текста, Второе Законие 7:12. А здесь четыре вещей. Во-первых, я не буду прочитать сейчас, вы можете читать. Во-первых, здесь четыре глагола. Во-первых, в 7 стихе это внушай. Внушай их детям, да? Или учи их. Но здесь очень интересное слово, потому что буквально это значит точить. Это редко используется слово здесь в Библии, внушай. Но это буквально значит точить. Что это значит? Наши дети тупые. На самом деле, они тупые. Надо точить их, да? А если нужно точить? Все, один раз на всю жизнь? Нет, постоянно. Использовать немножко точить. Если вы были в рынке, вы видите, как мясо там рубит, да? И потом точить нож, да? И еще мясо, и точить, да. То есть, все, наши дети ходили в школу, пришли тупые, точить их. Вышли на улицу, пришли тупые, точить их. Но иногда просто мы думаем, ну сколько раз я должен сказать тебе, не делай это. Ну конечно, они тупые.
Надо много раз. А сколько раз ваши дети, ваши родители надо были тебе сказать? А сколько раз нам надо прочитать один стих в Библии, чтобы Бог коснулся к сердцу? Мы тоже тупые иногда. Надо, чтобы Бог очень много раз Он говорил нам. Не забывай об этом. Не удивляйтесь, что надо вот 5, 10, 15, 100 раз сказать детям. Но повторяйте, повторяйте. Навяжи. Это в 8 главе стих. Пусть они видят, как Слово Божие влияет на все, что вы делаете. Вот навяжи где? На руке. Это вот ваша работа, вот то, что вы делаете. И на лбу. Это что? Это то, как вы думаете. Да? И пусть ваши дети видят, как влияет Слово Божие на все, что вы делаете. И на то, как вы думаете. Потом напиши. Напиши. Это 9 стих. Напиши на косяках дома твоего, на воротах твоих. А вы знаете, мы должны сделать так, чтобы ваши дети не задавали вопрос, почему ты, папа, один в церкви и другой дома? Это очень страшно. Потому что, ну или почему, папа, когда ты разговариваешь с этими людьми, ты такой, ну, святой, хороший, добрый, а ты разговариваешь с нами, и ты не такой. Вот, пиши на доме. Дом ваш должно быть место, где больше всего есть святость. Не только на собрании утром, не только когда другие люди смотрят нас. Но вы знаете, очень сложно спрятаться от тех, которые живут с тобой постоянно. Легко спрятаться на собрании утром, когда человек видит тебя только один, два, три раза в неделю. Легко спрятаться, вот, спрятать вот то, что есть в моем сердце. Но очень трудно спрятать эти вещи, когда человек живет постоянно с тобой. Напиши на доме. И последний здесь, берегись. И здесь это 12 стих. Тогда береги, береги, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Но здесь где опасность? Вы знаете, здесь надо остерегитесь комфорта, я бы сказал. Ну, может быть, не совсем правильно, но комфорт, я думаю, что но часто мы как родители, мы хотим, чтобы самое лучшее для наших детей. Чтобы они поступали в хороший университет, чтобы у них была хорошая работа, чтобы все было у детей, которых не было у нас. И что здесь Моисей говорит? Он видит опасность в комфорте. Он видит, что да, вы идете туда, все будет для вас. Было трудно 40 лет в пустыне. Надо было доверять Богу. Надо было верить в Бога. А вот я пришел, прекрасный дом, сад, машина, все есть, компьютер, сижу, мне удобно, комфортно. Причем здесь Бог? Зачем надо Бог? И я не говорю, что комфорт это плохо, но это просто опасно. И мы, как родители, мы должны понять, что наша цель – это не просто делать то, чтобы было комфортно нашим детям. А наша цель – чтобы они не забыли Бога. И иногда комфорт мешает нам это делать. Так, то есть внушай, навяжи, напиши, берегись.
Вот последний здесь, вот я быстро там прочитаю здесь. Как научить сердце вашего ребенка основным библейским истинам? Я уверен, что мы должны учить наших детей вот истину, которая есть в Библии. Но не только в воскресной школе. Надо использовать все моменты. Например, используйте жизненные ситуации для объяснения богословских истин. Надо внимательно быть, когда стою, когда сижу с ними, когда ложусь. Использовать эти ситуации, чтобы объяснить истину. Второе. Показывайте им истину, как благодать, милость, прошение. Где? В своих взаимоотношениях с ними. И расскажи. То есть не просто показывай, но расскажи, почему я так вел себя. Почему я решил так делать это? Вот, или почему я так вел себя с тобой? Потому что я хотел, чтобы ты понял, что такое милость, что такое благодать, прощение и так далее. Третье. Указывайте им на Бога через Его творение. Тоже немаловажно. Показывайте им вот то, что Бог создал. Иди гулять с ними, показывать небо, все, что прекрасно, красиво. И говорите с ними, что ты знаешь, сын, это Бог создал для нас, это Его красота. Чтобы они начали чувствовать, кто наш Бог на самом деле. Четвертый. Подчеркивайте важность праведного сердца над праведным действием. То есть даже когда вы по попе дадите, говорите с ними о сердце, чтобы они поняли, что это не просто для того, чтобы они вели себя хорошо, но чтобы здесь было хорошо в сердце. И последнее. Читайте и обсуждайте библейские истории вместе. Друзья, недостаточно просто читать Библию своими детьми. Им надо объяснение. И я бы сказал, что даже не важно, чтобы слишком много прочитать им. Прочитайте вот сколько только они могут поймуть. И объясните с простыми языками, не с церковными сленгами, а с их словами. Объясните вот то, что в Библии написано в Библии. Потом здесь, друзья, последний. И это, конечно, немаловажно. Это молитва. Это молитва. То есть, конечно, мы можем делать все, что мы хотим. Мы можем делать вот все, что я сказал здесь. Все правильно. Но мы понимаем, что это не все зависит от нас. Мы нуждаемся в помощи от Бога. Поэтому я не хочу говорить много о молитве, а хочу молиться. Хочу молиться. И я хочу сейчас даже... Давайте сделаем так. Сейчас будем стоять, будем молиться. Может быть, есть некоторые отцов, которые особенно хочет или нуждаются в молитве. Выйти сюда, пожалуйста. Будем здесь стоять на коленах. Давайте там несколько человек. И мы будем... 2-3 минуты, тихо, каждый человек, пожалуйста, молитесь за свою семью. Хорошо? Будем просто тихо молиться. Каждый, все будем молиться за свою семью. Хорошо?